процесс изготовления куна на японский трактор Исеки GS53. Трактор, конечно, очень хороший, классный. Вот, и кун, соответственно, довольно мощный. У него здесь крепежные места есть, заводские, очень удобные для крепления. Пока мы по факту, когда собираем, мы все узлы сначала разрабатываем, делаем 3D-модель трактора, прорисовываем все колеса, все крепежные элементы, выхлопную систему, воздухозаборник, чтобы нас ничего не задевало, максимально все делаем 3D-модель. Вот, когда трактор у нас, конечно, намного проще, наш конструктор все это делает довольно быстро и точно. Потом уже выдаем на плазму, резку, гибку, лазер, все детали режем, гнем, прихватываем, соответственно, узел прихватил сварщик, попробовали поставить, вот, обварили, все, все нормально обваривают, и дальше собираем, соответственно. Вот здесь вот подрамник получается, крепежная стойка. Все пластины здесь толстостенные, минимум десятка. Сама стойка вот эта вот, она двадцатка идет, 09G2S. Все отверстия завтулены, пальцы здесь, пальцы 30-е. Вот, и спереди крепежная опора. Передняя опора, крепление передней опоры, точнее кронштейн, тоже установлен. Сейчас будем делать уже, соответственно, распорку здесь будет проходить. И саму стрелу, подпорки, все остальное. Такой вот небольшой обзорчик, чтобы вы понимали. Лучше, конечно, если возможность есть, привозите трактора. Если удаленно, то надо все замерить, как можно более точно замерить. Так что обращайтесь, заказывайте. Производим, сделаем кун под любой трактор, по сути. До свидания.